Пробки на дорогах, посты ГИБДД на каждом перекрестке. На низком старте были и правоохранители. Они обеспечивали порядок во время первомайской демонстрации. В центре города дежурили кареты скорой помощи. За кулисами торжественного шествия была Екатерина Сабинина. Центральные улицы Симферополя перекрыты, общественный транспорт пускают в обход. Крымская столица отмечает День солидарности трудящихся. Сегодня выходной день, поэтому на отсутствие транспорта крымчане не жалуются. Они наслаждаются пешими прогулками. Погода радует, настроение приподнятое. Да и не каждый день симферопольцы могут пройтись по центру города, чтобы не лавировать между потоками автомобилей. Мы все очень довольны. Вон ребенок весь в празднике, весь в счастье. Слава Богу, мир, труд май на самом деле. Бывалые демонстранты прихватили с собой ролики и самокаты. У всех в руках цветы, шары, транспаранты, флаги. Вся символика патриотическая. Ура! Россия! Россия! Пока одни отмечают День солидарности трудящихся, другие работают. Для правоохранителей и спецподразделений праздники – горячая пора. Нужно стоять на страже порядка. Наготове ОМОН и полиция. Они следят, чтобы никто не нарушал закон. Кулющие, режущие, стекло, запрещенные предметы. На низком старте и медики. Неотложная помощь понадобилась 74-летнему симферопольцу. Неравнодушные участники шествия проявили солидарность и не оставили мужчину в беде. Потерял сознание. Ну, я первый попавшийся был, подхватил его, поставили, сел на стул, воды дали в первую очередь. Ну и потом вызвали скорую. Работали не только медики и правоохранители. Некоторые решили совместить приятное с полезным и заработать лишнюю копейку. На каждом углу продавали цветы и воздушные шары. Хорошая выручка была и у тех, кто торговал мороженым. Чего не скажешь о магазинах с горячительными напитками. Не заходят, не спрашивают крымчане? Не хотят. Вообще заходят, спрашивают, хотят приобрести. Но нельзя до какого времени? Вроде как до 2 часов дня. Но многие подготовились заранее и после шествия устроили пикник прямо на обочине. Людей столько, что это вообще необъятно, негде было пройти. Вот мы шли в колонии, места не хватало нам. И очень много было людей, очень много зрителей было. Ну вообще, это супер просто. Первомайское шествие 2015 года вполне может претендовать на рекорд, говорят люди. Такое количество крымчан, идущих плечом к плечу, они помнят только в период крымской весны. Но и эту планку можно повысить, уверены демонстранты. Впереди главный праздник страны – 70-летие Великой Победы. Поэтому многие уже репетируют, распев любимых военных песен. Екатерина Сабинина, Игорь Романенков. Время новостей.